Хороший по задумке пас. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Хакан Чалханоглу. Проходит передача. Что он придумает? Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. 3-1 счет. Результативный получается матч.